что, куда мы идем? Куда мы идем? Все, дальше сам. Отсюда до дома через лес 100 километров. Че смотришь, есть возражения? Пап, ты что делаешь? Ничего не делаю. Теперь все делаешь ты сам. Как договаривались? Вдоль обрыва, под пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагоняю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Никогда с ним не было. Может, на старые дружины. Ну, я посидел вчера дома. Сегодня поправился. Ну, дружина. Ну, он еще тихо, хорошо. Что? Может быть, громкий? Нет. За ним не замечал. Он братишка у меня. Сейчас бы уже песню пел. На шкафчик он прыгнул. Я бы все не тянул. Ну, веселый человек. Мужики, это что такое? Да, он за обедом. Немного накосил. Ты же развезло. А ты смотрел? А что ему сделаю-то, Олег? Я же ему свою башку не представлю. Да, или мою. Все, обед закончен. Берите это, короче, Петров, за мной всех. Давай, Геш, на кран быстрее! Главное, чтобы он с крана-то не вернулся. А то будет как люди. А вы вниз, на заготовки! Олег, ты чё? Чё вы стоите, ваша мать? Давайте! Да ты совсем, что ли? Здесь реанимация. Что с моим ребенком?
родов возникла асфиксия. Нам удалось вернуть его к жизни, но произошло повреждение в коре головного мозга. Это что значит? Велика вероятность возникновения детского церебрального паралича. Кто виноват? Никто. Ну, такими рождаются 2 ребенка из 1000. Ну, и что с ним дальше-то будет? Пока трудно сказать, время покажет. Но в любом случае, нарушение двигательного аппарата, рук, ног, кроме того, косоглазие, нарушение слуха, речи. В такой ситуации от ребенка можно отказаться, это нормально, и никто не осудит. В смысле? Вы отец? Вот. Спасибо большое. Ну все, давайте дальше сами. Я на завод. Как на завод? Так на завод. Даже сегодня? Ну что, у меня смена, а здесь дворами мне легче пройти. Поезжайте уже. Не дотянется, а ему как до горизонта. А почему вы решили, что у него другой горизонт? Не такой, как у здорового. Я решил. Санек, ну как тебе кресло? Как на гоночной машине. Да ладно, прекрати. Я здесь небольшой. В общем, давай выпьем за Новый год. Чтобы все плохое осталось в том году. Да чего так долго? Мы тебя ждем. Это что? Это продуктовый набор к празднику. Так нам на заводе не давали. На заводе не давали, но тебе дали. Привет, пап!
Смотри, какой подарок нам Коля сделал. Господи. Не то, чтобы я это через правком выбил. Оно, конечно, бэушное, но импортное. И пацану удобно будет. Ну чего ты молчишь, Олежек? Ладно, ребятки, я это... Пойду, мне же там еще надо. Дела. Пока, Сань. Пока. Значит, зря все. Что все зря? Ну, вот, профессора, знахарки, колдуны всякие, 5 лет из нас кровь пили, чтобы наш сын до конца дней своих в инвалидной коляске катался. Мы старались, у нас не получилось. Так все живут. Все своими ногами ходят. А мы будем на кресле кататься. Ничего. Привыкнем. Думаешь? Давай попробуем. А гулять ты как будешь? Саша! Сумасшедший! Что ты сделал? Ничего пока не сделал. Сделаю обязательно. Все, хватит уже читать. Давай попробуем. Ага. Ну давай. Тяжело. Давай еще раз попробуем, должно получиться. Я все равно найду другое кресло. Ну ты же знаешь, что я с ним сделаю? Зачем ты его мучаешь? Это же бесполезно. Он же все равно будет жить с нами. Я всегда буду рядом. Нет, Рита, он будет жить с нами, пока не вырастет. А как вырастет, пробка отсюда вылетит. И будет жить сам, как настоящий мужик. Хочешь читать? Поднимай. Все, не на работу. Продолжай. Играть неинтересно. Каждый раз выигрываешь. А сам этот робот хотел стать человеком. Эй, мелюзга, когда вырастете, кем будете? Витька, космонавтом? Не, я боксером. С ума сошел. Боксер – это не профессия. А ты, Леночка? А я главным врачом. Вот, бери пример с Леночки. Будешь ходить к ней по знакомству, башку перевязывать. А ты? А моего тебя не спрашиваешь. Олежа, так а чего? Парень толковый, просто такой, как все. Ну ничего, поднимем, поможем. Кого ты поднимать собрался? Че он не сможет штаны на заднице в кабинете протирать? Как ты, например, пока все работают. Пошли домой.
Олег, ну что ты стоишь? Ну помоги. Давай, давай, аккуратно. Сынок, с этого дня ты будешь сам себя обслуживать. Маме помогать, как все нормальные люди. Что ты говоришь? Как он себе сам поможет с его болезнью? Это временные трудности. Если ты что-то будешь забывать, я буду тебе напоминать по рукам. Иди домой. Наши фирменные. Сначала суп. Я подниму. Не надо, сам поднимет. И помоет. Или ест грязный. Чавкой. Давай, ножку, мы уже опаздываем. Ну, давай. А ты купишь мне мороженое? Я куплю тебе мороженое, если мы успеем в кино. А два купишь? И два куплю. Да, давай скорее. Все, он сам завяжет. Пошли, Рит, внизу подождем. А как он себе сам? Подожди, я сейчас с мамой поговорю. Все, можешь не завязывать. Мы опоздали, кино уже 20 минут назад началось. Ты про мусор-то помолишь.
Папа говорит, что я здоровый. Шутник твой, папа. Здоровый сюда не пускаю. Понял. Саня, где мать? Там. Заявление передадите секретарю. И еще вам надо заполнить форму. Где свидетельство? Ты что здесь делаешь? Где свидетельство о рождении? Вы кто, товарищ? Мой ребенок будет учиться в обычной школе. Он нормальный. С таким диагнозом нормальный? А чего? Есть сомнения? Мамочка, а вы что молчите? В обычной школе ваш мальчик не выдержит. Вы что хотите, погубить своего ребенка? Отдай. Отдай документ. Ну, пойдет он в эту школу, вопрос решенный. Отдай документ. Что ты делаешь? Да я спасаю его от тебя, я знаю, что ты его ненавидишь. Не трогай маму. Валев, что там у тебя под партой? Думаешь, я ничего не вижу? Немедленно положи мне на стол вместе с тетрадью. Сорокин! Красить мешки. Давай. Граф Монте-Кристо? Тебе что, заняться больше нечем? Татьяна Федоровна, я просто уже все контрольно сделала. Ну, давай проверим. Я все вижу. Ты сам делал? Угу. Ну, вообще-то мы перемены еще не проходили. Татьяна Федоровна, я уже весь учебник прочел. И что ж ты будешь делать до конца года? Не просил учебник для 5 класса. Не дают, говорят, рано. Можно? Да, сдаемся контрольный. Ну, можно, бери, бери. Давайте. Аккуратно, аккуратно. Хочешь тоже убежать? Могу стать твоим опытом, Фария. Смотри, что бывает. Thank you.
Последнее. Арифметическое. Татьяна Федоровна, можно? Здравствуйте, ребята. Я буквально на минутку. У меня невероятная новость. Так сказать, сенсация. Садитесь, ребята, садитесь. А где Саша Ковалев? По-моему, нашего клоуна в цирк отправляют. Тихо. Послушайте, ребята, победитель Всесоюзной Олимпиады по математике по программе шестых классов ученик Александр Ковалев награждается поездкой, а угадайте, куда? А? В пионерский лагерь Артек. Вот так, ребята, первый случай в нашей школе. Поезд сядешь, сразу снимешь ботиночки и наденешь тапочки. Они у тебя здесь лежат. И запомни, пожалуйста, в море без вожатого. Не ногой, ты меня слышишь? Угу. Ты запомнил? Здравствуйте, Ковалёвы. Татьяна Федоровна. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Ну, мне очень приятно проводить такого особенного ученика. Ну что вы, я как все. Нет, ты не такой, как все. Всех в Артек не отправляют. Ты очень одаренный, талантливый мальчик. Я тобой горжусь. Держи с собой дорогу. Помнишь, ты хотела убежать? У тебя получилось. Так, маленькие секретики. Давай, помоги мне. Давай, я помогу. Не надо. Я сам. Ковалев? Да. Ну, проходи. Поприветствуем Сашу. А что это за скучные лица, а? Вам пришлось пару минут подождать, и вы уже заскучали? Ну, мы уже час здесь сидим. Скажите, а что вы больше всего ждете? Море? Солнце? М? Эх, впереди вас ждет нечто совсем неожиданное. То, что нельзя представить, но то, что навсегда изменит вашу жизнь. Вы готовы к этому? Да! А чего так грустно? Готовы? Да! Только лучше. Раз, два. Раз, два, три. В юном месяце апреля попиваем. Что такое? Нас должны были предупредить, что он... Вас предупреждали? Нет. Ну хорошо. Вовремя заметили, да? Да. Можно мы пойдем в лагерь? Ни в коем случае. У нас в СССР инвалидов нет. Нельзя показывать его зарубежным гостям. Нет у нас такого правила в Артеке. У нас есть. Все. Отправляйте его обратно. Так нельзя. Он полстраны проехал. Не лезь не в свое дело. Дискуссия окончена. Нет, ну вы... Я сказал обратно. Малыш,
Дело не в тебе. Взрослые люди очень трусливые. А ты сильный и смелый. Я вижу. Ты всех победишь, слышишь? Это необычный галстук. Им награждают только самых достойных. Ты был в Артеке, Саша. Был. Видимо, делегация едет. Какая? Общество инвалидов. Пятый уже пошел. Он не близко. Тихо. Ну то сейчас всех рассекретите. Спасибо. Кто следующий? Я хочу. Ну, что у тебя есть? Держи. Не пойдет. Такое уже есть. Я, вот, возьми две. Жвачки вот тоже не пойдут. Дай раковину. Дай, не жлобься. Сегодня, похоже, вообще в туалет не попадем. Поэтому, пожалуйста, помогите мне спрятаться. Подожди, ты же должен быть в Артеке. Родители знают? Подожди, сейчас я позвоню. Честь от лица правкома нашего завода вручить этот замечательный музыкальный инструмент вашему школьному ансамблю. Большое спасибо. А я хочу предоставить слово Саше Ковалеву. Олег. Герой нашей школы. У вас замечательный ребенок. Района
Спасибо. Всего нашего города. В такую минуту хочется сказать правду. И я ее скажу, хоть и трудно подобрать правильные слова. Я пробовал в Артеке всего-то месяц, но успел соскучиться по вам. Соскучился по тебе. Я передаю вам горячий привет от имени всего Артека. Поприветствуем нашего юного героя. Молодец! Не нравится мне все это. Молодец! Показуха, дискорд от парня. Повешу. Дай домашку списать. А я сам не сделаю. Блин, опять пару влепят. Могу быстро все сделать. Че, проблему захотел? Нет, но могу помочь с твоими. А ты за это с моими. А клоу, что ли? Шевели заготовками, клоу. На. Сюда, иди. Саш, помоги с домашкой. Что вы играете? Ну что вы играете? Сколько можно? Ксюха. 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 Я хочу, чтобы ты поехала со мной в Москву. А я не могу. Я к экзаменам не готова. Я смогу помочь тебе с этими экзаменами. И это, слушай. Ну, зато это, Ксюха, Ксюха. Ну, так, Москва, да, большой, да, город, все дела, я накопил денег. Или ты хочешь здесь на всю жизнь остаться? Скоро же концерт. А ты любишь меня? Ковалев, а ты палочку не перепутал, а? Так у тебя даже лучше получается. Стучи своей. Может, эта палочка тебе по голове постучать? Чё сказал? Ковалёв! К директору! Так, внимание! Мы подавали ходатайство в МГУ на прием вашего мальчика без экзаменов, как золотого медалиста. Но тут выяснили, что ваш сын торгует контрольными и рефератами. Причем делает это систематически. Это что значит? Татьяна Федоровна, объясните, пожалуйста. Нет. Он нам врал. 2 года в совете дружины. Почетные грамоты. Речи говорил. Ну сколько он для школы сделал, Александр Иванович? Олимпиады выигрывал. Он очень хороший мальчик, его все любят. Александр Иванович, только... Так. Аттестат мы ему выдадим. Но о ходатайстве и медали речи быть не может. Подождите, Александр Иванович, ну, давайте поговорим. Пап, стой. Пап, я не мог поступить по-другому. Пап! Пап! Пап, послушай. Пап, я не мог поступить по-другому, слышишь, пап? Они все называли меня уродом, ты же, они травили меня, пап! Я не мог их победить, только перехитрить тебя и перехитрил, пап! Это ты научил меня врать! Ты мне говорил, что я не инвалид! Я не сердец, я инвалид! А ты отец инвалида! Это навсегда, ты понял? Навсегда!
Пап, не уезжай! Пап, не уезжай! Пап! Я не смогу ему помочь. Подождите. Ну, должен же только быть чудо, способ. Только чудо. Туалет. Мы идем. Куда мы? Куда мы идем? Все. Дальше сам. Отсюда до дома через лес 100 километров. Че смотришь? Есть возражения? Пап, ты что делаешь? Ничего не делаю. Теперь все делаешь ты сам. Как договаривались? Ползи. Thank you.
Может, на ноги поднимешься, так сподручнее будет. Или не можешь уже? А, я забыл. Ты же инвалид. Теперь нам туда. Пошли. Ничего лучшего предложить не могу. Веселей, сынок. Убежать решил. От меня не убежишь. Убегу. Thank you.
внимание! Сын! Саша! Саня! Пошел вон! Пошел вон! Мне не нужна твоя Ты готов? Там все уже собрались. Ну и пусть ждут.
Там 20 тысяч. 20 тысяч дать не могут. Они сами не знают, сколько всего они могут. 20 тысяч. Друзья, свершилось. Я пытался пригласить его много лет. Встречайте на сцене главного бизнес-форума мира. Александр Ковалев. Отключайте свои мобильные телефоны прямо сейчас. Вы в третьем ряду, это всех касается. Мы задержались совсем немного, и вы уже потеряли интерес. Это не то, чего вы ожидали? Ничего, я здесь именно для того, чтобы вы увидели и услышали что-то неожиданное. То, что навсегда изменит вашу жизнь. Это есть твое секретное оружие? Да, это сын Ковалева. Они уже лет 15 не общаются. Давайте знакомиться. Меня зовут Александр Ковалев. Я лучший бизнес-консультант страны. А вот чего вы не знаете. Я родился и сразу умер. Асфиксия. Врачи спасли, но поставили диагноз. ДЦП. Встать с постели, сделать шаг и взять ложку для меня была проблема. Но к 8 годам я и решил. И я пошел. Я пошел. И побежал. Но бегал я недолго, в 16 лет меня парализовало. Врачи сказали моей маме, что мое тело никогда не встанет с постели. Я не мог шевелиться, но я их прекрасно слышал. Я понимал, что у меня проблема. Большая проблема. Но ее я тоже решил. Я закончил престижный вуз. Основал компанию, вытащил из кризиса 500 бизнесов по всей стране. Полина, мой референт. Полина, будьте, пожалуйста, добры, как только мы закончим, напомните мне об одном очень важном деле. Каком? Просто скажите важное дело, а мы, с вашего позволения, продолжим. Сегодня я помогу вашему бизнесу. Я сделаю то, чего не сможет никто другой. И вот мой секрет. После всех тех проблем, которые я пережил в своей жизни, я надеюсь, вы понимаете, как я отношусь к вашему. Для меня их нет. Я думаю, сработает. Сейчас я все устрою. А эти просят об индивидуальных консультациях? Этих не знаю. Вот с этими организую встречу, оставлю их в трубку. Ясно. И ты еще просил напомнить о каком-то важном деле. А, да, важном деле. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Это предложение? Нет. Это совет лучшего бизнес-консультанта в стране. Я подумаю. Да я только спросить. Я занят. Сань, это же я. Дядя Коля. Так, пусть это в порядке все. Дядя Коля. Саня, надо смирить. Как вы здесь оказались? На семинаре у тебя был. Саня, у меня в башке не укладывается. Ты стал такой, да такой. Да ладно, то ли еще будет. Это дядя Коля, самый близкий человек после мамы. Дядя Коля, знакомься, это Полина. Здравствуйте. Референт. Женек. В смысле, что? Я уволилась. Когда, почему? Выхожу замуж за богатым. Это что, где-то я и предложение сделал. Вот только ты вышел. Я поздравляю. Спасибо, да? Я поздравляю. В общем так, ребята, давайте тогда это событие нужно отметить.
Итак, поаплодируем нашему волшебнику Роберту. Ну что, итак, барабанная дробь. Браво! В очередной раз выпьем за мою любимую. Пожалуйста, итак, Игоря, подняты полный вперед. Хочешь порулить? Да, конечно, я с большим удовольствием. Дядь Коль, что ты такой напряженный? Да не, нормально. Как дела? Как город? Как завод? Да плохо все, Сань. Зарплат не платят. Заказов нет. Загибаете завод. Я к тебе же, как за мэра приехал, попросить помощи. Но не знаю, с чего начать. Дядь Коль, да скажи, как есть. Давай, чего? Роберт очень богатый человек. Он хочет быть инвестором. Хочет вложить деньги в завод. Но не получается. А в чем проблема? Все на заводе за двумя руками. Генеральный против. Да? И что он вещает? Говорит, сами справимся. А все это временные трудности. Теперь все понятно. Сань, ты только не обижайся, я понимаю. Это твой родной отец. Сначала суп. Может, на ноги поднимешься, так сподручнее будет. Или не можешь уже? Аккуратней, встречный. Пропустил, против течения идет. Это его проблема. Я все сделаю. Мне не сложно. Спасибо. А теперь, Роберт, заплати, сколько скажешь. Конечно, заплати. Куда он денется? Я считаю, инвестиции московских партнеров остро необходимы нашему заводу. И предлагаю собранию акционеров принять положительное решение по данному договору. Вы меня знаете всю мою жизнь. Я на завод из Путяги пришел. Это все, что у меня есть. Да, сейчас у нас временные трудности. Но справлялись же. Помощники нам не нужны. Что мы знаем об этих людях? Что они из Москвы? Хорошо. За это можно с ними выпить, но работать... Я не верю москвичам. Смотрите, во что они страну превратили. Олег, а что за цирк? Перед тобой обычный типовой договор. Все прозрачно. А ты сам-то этот договор читал? Кто-нибудь здесь читал этот договор? У нас даже юрист в городе нет, чтобы это мелкотне разобраться. Я не буду подписывать то, чего не понимаю. Хватит ерундой здесь заниматься. Пошли работать. Уважаемые акционеры, минута внимания. Так как наш генеральный директор доказал здесь свою некомпетентность, он не смог разобраться даже с простейшим типовым договором, я... Коля, ты охренел, что ли? Я ставлю вопрос о назначении кризисного управляющего. Вот моя кандидатура. Всем добрый день, здравствуйте. Меня зовут Александр Ковалев. Прежде всего, не стоит относиться ко мне как к человеку со стороны. Я в этом городе родился, люблю его. И еще, я очень хорошо знаю этого человека, знаю все его аргументы наперед. Он говорит, что у вас временные трудности, что вам не нужно ничего бояться, что вы со всем справитесь, и у вас все получится. Почему он так говорит? Потому что всегда желаемое выдает за действительное, и на основании этого требует невозможное. Но я приведу сухие факты. У вас катастрофа, рынок упал. Заказов нет, оборудование устарело, рабочий получает 25% зарплаты. Спасти предприятие может только стратегический партнер. Но московский заказ принесет деньги, на которые можно будет реконструировать производство. И не когда-то в далеком будущем, а прямо сейчас. И это прямо отразится на тех людях, за которые якобы так переживает Олег Николаевич. На столе лежит договор, который составлен на уровне мировых стандартов. Только так сегодня можно работать, все остальное – прошлый век. Давайте проще. Это приложение к договору. Один лист. На нем два абзаца. Первый. Вы назначаете меня кризисным управляющим. Второй. Через 15 минут после этого на счет завода придет первый денежный транш, из которого мы в первую очередь погасим долги по заработной плате. Если денег не будет, мы рвем договор, и все остается по-старому. Выйдем.
ты тоже. Да, кое-что изменилось. Я так понимаю, что вы приехали угробить мой завод? Ну, так я вам этого не позволю. Завод гробишь ты, я его спасаю. У меня есть план. Выкрутимся. Чудес не бывает. Уверен. Я тебя прошу, останови это. Поздно. Но с этой столичной нежитью все понятно. А ты-то чего добиваешься? Я хочу спасти завод от тебя. А, понял. Лично. Но в результате могут пострадать невинные люди. У них дети. Я этого себе позволить не могу. Ты хочешь, чтобы я извинился там, за детство, за тайгу? Да. Так и сделаю. Пап, что ты делаешь? Пап, вставай. Пап, вставай. Прости меня. Пап, вставай. Ты что ты делаешь? Деньги перевели. Классный город. Что? Ты в порядке? Да, спасибо, все хорошо. Я просто говорю, что людям свойственно любить свой родной город. Или нет? Да, собственно. Здрасте. Мам, здравствуй. Пойдем к столу. Ты очень красивая в этом фартуке. Саш, ну почему ты не сказал? У нас остановитесь, Саш. Нет, мам, учитывая обстоятельства, это не очень удобно. Как мне не хватает наших посиделок. Живу воспоминаниями. Мои воспоминания такие приятные, мам. Жалеешь себя? Я тебя тоже жалела. А что бы ты сделал на его месте? Мам, в каком смысле? Ну, если бы у тебя, не дай бог, конечно, мальчик родился больным. Мам, я не хочу об этом говорить. Ты даже не представляешь, как мне было сложно. А ему легко. Знаешь, я в жизни видела только один раз настоящую любовь. Это то, как папа тебя любил. Бог знает, сколько раз я готова была сдаться. А он ни разу.
твой отец стоял на коленях перед тобой. Да. И он это заслужил. Ты правда считаешь, что он это заслужил? Ты не знаешь его. Мне кажется, я тебя не знаю. Все, что касается моего отца, это не твое дело. Теперь мое. Или нужно встать на колени? Соседка звонила, на заводе пожар. Вы что стоите? Вы что стоите? Не буду. У нас все по инструкции. Что за бред? Вам давать инструкции. Саша! Успокойся. Все под контролем. Ребята выполняют свою работу по инструкции. Отсекают огонь, чтобы дальше литейного не пошли. Дядь Коль, ты что, не понимаешь? Мы взяли заказ на жестких условиях. Без литейного цеха мы его не выполним. Будут штрафные санкции. Роберт заберет этот завод себе. Нужно что-то делать, дядя Коль. А что тут сделать? Ну, заберет и заберет. Может, оно и к лучшему? Что же значит к лучшему? Саня, я думал, ты давно все понял. Ты же видишь, какая здесь ситуация. А я думал, ты лучший консультант в стране. Я тебе помогал. Я тебе помогал, я завод спасал. А не надо его спасать. Ты как твой отец. Этот завод уже десятилетия загибается, все сдохнуть не может. Да пусть он лучше сгорит. Зато мы с Робертом все вместе здесь торговый центр построим. С бассейном, с детскими площадками. А что, все будет как у нормальных людей. Деньги в город пойдут. Что ты так смотришь на меня? Что ты смотришь? Нет, не все собраны. Там в здании человек. Олег, говорю. Такие дела, сынок. Да я спасаю его, а тебя за это его ненавидишь. Не трогай маму. Прости. Санечка, родной, что с тобой? Я тебе не Санечка. Я тебе не родной. Саша! Саш, ты куда? Саша! Что вы стоите, тушите! Саня, подожди! Саня! Thank you.
не время. Пошли. Нормальную обертом реконструкцию придумать. А, конечно. Я же лучший бизнес-консультант. Ну да, я понял. Ну что, скажу как есть. Пожар в литейном цехе поставил под угрозу выполнение одного очень важного для нас контракта. В связи с этим завод оказался в кризисной ситуации. Временные трудности. Да. Но благодаря именно вашему перспективному контракту мне удалось привлечь дополнительные инвестиции и закупить оборудование. Поэтому мы свои обязательства выполним в срок. Благодарим вас и за доверие. И вклад в развитие нашей промышленности. Ну все, совещание окончено. Пошли обедать. Ну? Что я буду делать с этим металлоломом? Что ты сидишь? Иди нагибай их. Да мне проще тебя нагнуть. Чего? Коль, обед идешь? Иду. Ты много работаешь. Слушай, папа, в общем, понадобится ваша помощь с мамой. Я не знаю, как объяснить. Скажу, как есть. В общем, Полина беременна. Доверишь? Да. Я вырос в самом бедном районе Америки, и жизнь была очень сложной. И, в общем-то, у меня не было нормального воспитания, и в конечном итоге возникли проблемы с законом. Затем я познакомился с Касом Д'Амато, который научил меня боксировать, и моя жизнь изменилась. Он был как генерал армии. Дисциплина и дисциплина говорил о мне. Ты должен быть лучшим, ты должен делать это лучше всех. Если вы пробуете что-то, и у вас это не получается, вы поднимаетесь и пробуете еще раз, до тех пор, пока у вас не будет успех. И России нужны люди, которые будут пробовать, даже если у них не будет получаться с первого раза. Самое сложное – плюнуть на все общественное мнение, на все, что тебе дует в уши, на все, что принято говорить. Когда я был ребенком, я пытался утопить себя в ванной. У меня был страх одиночества. Я боялся, что я никогда не найду жену. Я думал, что я никогда не найду работу и не буду счастлив. Но я ошибался. И я так рад, что красивые вещи могут происходить, даже когда все вокруг разбито и сломано. Будьте благодарны. Не ощущайте себя жертвой. Будьте победителями. И не только вы можете побеждать. Не только вы можете находить свое чудо, вы можете быть чудом для кого-то другого.